15 сентября 1916 года. Кровавая битва продолжала бушевать на Соме. Всего в ней погибнут 206 тысяч британцев. Фредди доверили новейшее оружие. Оно должно было изменить ход войны, буквально завязшей в грязи. Но барон фон Дорф тоже жаждал этой битвы, намереваясь проявить себя. Всем привет, ребята! Это Уэллиан Хартс, и мы продолжаем играть за Фредди. А так, с локацией у нас Франция, 1916 год, давайте почитаем, что же нам рассказывают. А, битва на Сомме. А целью английской наступательной операции, получившей название «Битва на Сомме», было ослабление германских войск в районе Вердена. А, тянув на себя часть сил немцев, союзники собирались затем нанести врагу решающий удар и прорвать его оборону. 15 сентября 1916 года в бою впервые были использованы танки. Хорошо, машины типа Марк 1. Так. Ну что, Фредди, вот, секретное оружие, которое доверили Фредди. Оно уже помассивнее, чем было у барона фон Дорфа этого нашего, да? А битва на Сомме, это мы уже читали с вами. Ну давай. Охренеть можно, да? Вот это крутая штука. Вот это размерчик, можно сказать. Так, ребят, давайте. Колючая проволока, различные укрепления, честно говоря, все пофиг. Тихо. Так, вроде выжили. Но это мы выжили сейчас. В будущем надо стараться все-таки это дело как-то пресекать. Так, самолеты! Самолетище, давай стрелять! Да! Это какой-то War Thunder уже, что ли, получается? И очень даже неплохо. Очень красиво все сделано. Так, ребят, о, так, пошла жара. Пошла, родимая, сейчас, я не думаю, не стоит дальше, наверное, ехать. Да? Потому что здесь хороший такой уклончик, с него можно было бы легко подстрелить самолеты. Нет? Видимо, по скрипту в игре они сработают чуть попозже. Хорошо. Такой звук. Класс. Очень даже классно. Так, тихо. Стоять. Пушку повыше. Готово. И слышно прям, как он эпично упал. Вот это классно, конечно. Так, рушим. На заднем фоне тоже такая же бронемашина едет. Охренеть. Давай. Ай, не получилось. Но вроде как нас не задели. Поэтому, я думаю, париться не стоит. Давай, дружище, давай. Что нам грязь? Что нам эти невзгоды? Давай. Вот. Машинка свободно ездит где угодно. То есть болото. Плевать, по сути. Такс. Камера чуть подальше, пожалуйста. Я же могу не увидеть так. Разрушаемость, как в Battlefield 3 практически, да? И в четвертой тоже. Угу. Так, сбрасывают. Да, нет, это было хорошее. Прям в яблочко попадание. Метко, красиво. Супер-пупер. Так, это тоже можно подорвать, чтобы не париться потом. Давайте, ребята. Они хорошо пристроились. Смотрите, маленький такой отрядик пристроился под огромным толстым слоем нашей вот этой бронемашинки. И вот это уже серьезные ребята. А вот это уже серьезный замес. Дальше уже, ребят, придется пешкодральчиком. Хорошо, давай. Ху. Хм. Понятно. А туда дальше нельзя, но мне кажется, что там может быть что-то интересное. А, например, какой-нибудь ценный лут. Какая-нибудь коллекционная вещица. Бля, подожди, стой. Твою мать. Так, тут надо было либо фитиль потушить, либо просто свалить нахрен отсюда. Давайте еще раз попробую. А, вот, точно. Я же говорю, надо было ногой затушить. Такое даже, знаете, где-то в каких-то мультиках было, я помню. Даже до сих пор в памяти отложилось. Телеграмма из Новой Зеландии. Родился мальчик, точка, Брайан, точка, мать, сын порядки, точка, скучаем, точка. Сын Брайан. Радует хоть не брендит. Так.
А что у нас тут есть? Смотрите, все за это самое, хотел сказать, заминировано, но по сути так и есть. Посмотрите, сколько тут взрывчатки. Если бы фитиль догорел, то мы бы с вами как раз видели, что все просто кануло бы в небытие. Так, дружище, давай, конечно, попробуем. Как ты там метаешь это все дело? Ой! Ой-ой-ой-ой, это нехорошо, надо повыше взять. Надо чуточку повыше. Так, Фредди. А неужели ты не можешь забраться? Я никогда в жизни не поверю, что ты не можешь забраться на этот уступ. Ладно. Давайте тогда вот сюда, может, попробуем. Нет? Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Твою же мать. Ладно. Забирай, пусть будет. Так, динамит. Я посмотрю, может, что-то есть, чего я упустил. Тут ничего вроде полезного. А, ребята, они спускаются. Ждут, хорошо. Может, тебе как-то надо это бомбануть? Нет? Но он туда просто не добрасывает. Я почему-то смотрел так, он вроде как... А может, попробовать еще раз? Нет, видите, он банально не добрасывает буквально чуть-чуть. И поэтому возникает вот такая вот фейловая ситуация. А все-таки мне кажется, что нам надо как-то взорвать сначала вот это дело, потому что я смотрю, что сама подпорка хрупкая. А если упадет этот ящик, я его сюда подвину, и потом уже смогу забросить в это место, где они нас обстреливают. Давайте еще раз попробуем. Во, сейчас может получиться. Тут просто больше нечего думать, да. Это единственный вариант, тут разработчик нам не предлагает как-то изощряться, что-то такое делать. Давай, дружище, толкай. Толкай это дело. И с металлической... Нет, голубь, спасибо, голубочек. Но нам твоя помощь не нужна. Так. А теперь должно получиться. Hand the hog. Да? Fire and hole. Отлично. Yeah. Блин, все-таки броник по типу сосочков очень сильно тащит, конечно. Это та еще тема. А, забираем гранату, пусть будет. Я бы, конечно, взял еще взрывчатки. Ее тут очень много. Так, я смотрю, с бодрыми криками вперед наши двинулись как раз. А можно мы сядем внутрь? Да, без проблем. Нам уже подогнали машину. Все, ребят... О, хорошо как было, а? Показали мы подлым немчурам, кто тут папочка. Вот это другое дело. Знаете, если бы War Thunder был вот так вот с видом 2D, как вот вид платформера, да? Было бы очень круто. По-моему, плевать, что мы там стреляем, не стреляем. А бункер как стоял, так и стоит. Да, мать твою. Вот это хорошо. Так, с этим покончено, с этим тоже. Красные, по-моему, хорошо горят. Очень так эпичненько, я бы даже сказал. Вперед, мужики! Готово. Отлично, вот это хорошо. Вот это классно. Вспоминается сразу Medal of Honor, Pacific Assault. Так. Тихо. Или Pacific Ocean. Как? Не, Pacific Assault, да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Так, в ответе за своих братьев нам дали ачивочку. Хреново, я вам скажу, ребят. Так, а вот и барон. Фандорф. Которого мы так долго пытались найти. Пытались уничтожить его на протяжении уже... многих серий, можно сказать, даже начиная с самой первой. Да будет битва! Да? Твою ж налево. Что нам надо делать? Только не говорите, что это будет эпичная драка сейчас. Тихо. О, хорошо прописал. Еще раз давай блок. Хы-я! Ой, опачки! Так... Оно, не знаю, то ли лагает, но вроде кадры не просаживаются, поэтому такая замедлялка сделана именно вот по стилистике игры. Такой, как небольшой слом. Так, мы выбили ему все зубы, которые были. Из-за множества промахов и проигранных боев барон фон Дорф был разжалован и отправлен в тыл, что для него было хуже смерти. Так ему, в принципе, и надо. Удивительно, что Фредди его не добил. 18 января 1917 года. Прикованный к постели Эмиль уговорил Анну съездить в Сен-Миэль, чтобы найти Мари
и рассказать ей о смерти Карла. Анна тут же отправилась в путь. Ну, ребят, мы-то с вами знаем, что Карл живой. Карл не помер. Так, Вобекур, Франция. Какое интересное название, да? Так. Кто-то едет. Тихо. О, дневник, точно. Я и совсем забыл, мы же давно не читали. А пятый месяц я бреду вперед по сельским окраинам. Очень хочется есть, но к деревням приближаться нельзя. Я как-то пробовал заговорить с местными, но они узнали мой акцент, и в итоге меня чуть не арестовали. Нужно быть как можно более осторожными. Хорошо. А кого еще почитать? Давайте почитаем Анну. А с каждым днем Эмиль все сильнее падает духом. Он не получал никаких новостей о Мари и Викторе уже несколько месяцев. А возможно, потому что Сен-Миэль попросту отрезан от внешнего мира. Однако я боюсь, как бы все это не оказалось намного хуже. Я собираюсь их навестить. Медсестре наверняка позволят пересечь линию фронта. Так. Значит, касательно Мари, да? Ни от Карла, ни от папы нет новостей уже целых 4 месяца. Что же с ними случилось? А, наверное, мне стоит так сильно... Не стоит так сильно переживать. Возможно, их письма просто до меня не доходят. Думать о худшем я не осмеливаюсь. Виктору очень нужен отец, как и мне. Так, ну и давайте посмотрим, что же думает Фредди. Я не смог, его жизнь была в моих руках, но я так и не смог сделать это. Его смерть не вернула бы тебя. К тому же ты вряд ли хотела бы видеть меня в роли убийцы. Нет, он бы был этого недостоин. Здесь меня больше ничего не держит. Если я переживу эту чертову войну, то сразу же вернусь домой. Что же произошло в этом чертовом лагере военнопленных? Зачем они стреляли в Карла? Ненавижу эту проклятую войну. А как мне теперь рассказать Мари, что Виктор уже никогда не увидит отца? Ну, я надеюсь, что рассказывать не придется. Очень на это надеюсь. Так, плачет девочка, и там, по-моему, волки, да? А мы ничего не можем сделать. Или можем? Давайте посмотрим. Зима. А зима была очень тяжелым испытанием для солдат, находившихся в траншеях и окопах. А в это время года главными врагами бойцов становились проникавшие повсюду холод и сырость. Температура воздуха на Западном фронте очень часто опускалась ниже нуля. Многие бойцы попадали в лазарет с сильными обморожениями, приводившими в итоге к ампутации. Приходилось постоянно думать о том, как сохранить ноги сухими. Так, у нас... О-о-о-о-о-о, подожди, твою ж мать. Так, ребят, я понял, девочке надо помочь, но волки, если вы помните, мы проходили Brothers Tales of Two Sons, они боятся огня. Поэтому наша задача попытаться найти, например, огонь. Ну, это мне так кажется, либо мясо какое-то, может. Так, отлично. Это мы взяли. Больше ничего нет. Палка? Ну, давай попробуем палку. Видно, что истощен, что Карл еле-еле ногами перебирает. Он, как сказано было в дневнике, очень давно не ел. Так, может как-то в этого попасть, не знаю. Да, что-то гиблая затея, я смотрю. А, нам действительно нужен огонь. Хрен его, где мы найдем, конечно, сейчас. Так... А если я к ним подойду, интересно, нас запалят сразу же, да? Да, точно, все. Я уже думал, что общее горе касательно ребенка нас объединит, и мы хоть как-то поможем. Нет. А что нам скажет подсказка? Давайте посмотрим. Ну, это понятно. Мы видели, да, что надо было взять бревнышко. Я так понимаю, бросить надо... Мне в девочку же бросать. Только не говорите мне, что... Что-то как-то... Мне кажется, это нелогично бросать в мелкую. А нет, можно было только прогнать их таким образом. Так, маленькая может даже сказать, что видела нас, видела дядю. О, наконец-то ребенок нашелся, счастье-то какое. Я смотрю, может они нам помогут, хоть что-то, хоть горячий суп, хоть что-нибудь, теплая одежда. Мы же еле-еле передвигаемся.
Мерси. Так. Говорит, быстро лезь наверх. Быстро. Так, быстро, мой хороший, давай. Я понимаю, конечно, что это все сложно, но выбора у нас нет. Так. Так, они ищут, видите, вон конюшня. И, по-моему, там что-то есть. Что-то интересное там есть. Ты можешь как-то... О, я переоделся. Чудненько. Конюх, твою же налево, да? То есть теперь я могу свободно ходить. И они... Оу, тихо, твою мать. Это, знаете, самый настоящий хитман с переодеваниями, да? То есть теперь нас уже не узнают. Просто-напросто не узнают. Хорошо. В этом есть, конечно, какой-то плюс. Можно так вот пойти. Тут ничего. Хочу найти какую-то коллекционную вещь, но я смотрю, что ничего нам не попадается. Я знаю, что многие, кто проходил игру, в основном Карл, то ли забивали, то ли... Ослабевший Карл... не искали эти вещи. Понял, что не увидит Сен-Миэль. Сил почти не оставалось. Но тут судьба расщедрилась. Когда до Сен-Миэля осталось 30 километров, надежда вновь их покинула. О, нет, говорит Анна, да? Какого хрена тут произошло опять? Так, Карл, нам нужно найти запаску, да? У нас колесо повредилось. Давайте посмотрим. Так. То есть он говорит, что внутрь могут зайти только такие, вот как в форме, видите, такие солдаты. То есть наша задача раздобыть такую форму, как я понял. Хорошо. А вот сюда уже пройдут другие солдаты, видите. То есть дальше вход воспрещен. Такой РФБ, я бы даже сказал. В таком одеянии. Хорошо, давайте смотреть тогда. А, у них тут гульки, у них тут пьянки. Веселье идет полным ходом. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Туда тоже выхода нет и входа. Так, куда это мы с тобой зашли? Угу, а вот и одежда, смотрите. Мне показалось, что там на ящике шашлык, но это похоже скорее на колбасу. Так, колбаски! Колбаски — это хорошо. Полезли. Что, поймали нас сразу, да? Печалька. А, давайте тогда смотреть. Значит... Как нам туда забраться? Вальд, я смотрю, что тебе негде пролезть тут. А, назад... А вон, видите, он смотрит, в принципе, можно успеть. То есть... Да, точно. Я уже подумал, может, надо как-то собачку попросить нашу. Полезли? Теперь надо понять, тот, что справа наверху. А смотрит ли он вообще в какую-то сторону? Так, ребят, нас ловят, походу, в любом случае. Я еще раз попробую. Потому что-то я не понял фишки. Как нам заставить пса, чтобы он пробежал до вот этих колбас? Чтобы надо как-то отвлечь этих ребят. Ой, ой, твою мать. Блин, идиотина. Ладно, еще разочек. Так. Да вижу, я вижу. Вижу, что надо добраться и переодеться. Вот какая-то корзина есть, но я так понимаю, что с ней ничего делать нельзя. Давай, отворачивайся. А, тогда смотрите, что мы делаем. Мы берем одежду и потом только лезем наверх. А, ждем, ждем. Ты не хочешь заняшкать его, нет? Исключен сей факт. Хорошо. Вот, забирай. Фас, колбаса. Ах ты подлый. Подлый собатюр, что ж ты забрал-то нашу эту, да? Во, давайте, ребят, переодеваемся активненько. И все, теперь мы одни из них. Одни из нас, да? Last of Us. Last of Us. Так, пошли. Теперь-то нам уже предъявить нечего. То есть мы свободно тут ходим. И сейчас заберем вот эту ценную... Что это, какая-то тряпка? А, мешок с отрубями. А пшеница была редкостью, поэтому мука для хлеба изготавливалась из грубых злаков. Отруби темнее пшеницы и состоят в основном из клетчатки, богатые витаминами и минералами.
В наши дни они считаются диетическим продуктом, но во времена войны символизировали нужду. Так, хорошо. У них там поляна накрыта очень даже неплохо. Сидят, отдыхают. Давайте посмотрим, куда же все-таки... Что тут происходит? А? Слышу Вальта, слышу. Я надеюсь, что его не поймали. Вроде все нормально. Это что такое? Понятно. А, вот оно как. Да, давайте переоденемся. Все, ребят, вот другое дело. Так, дружище хороший мой, давай копай. Копай, что ты нашел? Фуражка? А, кепка французского жандарма. Французские жандармы также служили в военной полиции. Они следили за соблюдением военных законов. Хотел сказать жандармы, но боялся, что вдруг в то время их еще не было. Поэтому реально смотрю, форма жандарма. Так, ну, как видим, я был прав. Хорошо, мы взяли винчик. Мы взяли винчик, давайте дадим ему на всякий случай, потому что я так понимаю, что лучше здесь активно не пьянствовать. То мало ли что. Так, что, Аннушка, колесо надо по-прежнему. Проходим. О, видите, нас теперь пропускают. Пошли. Ну что, господа, проблемы? Что у тебя тут? Ничего. Хорошая локация, такая массивная. Сейчас по это самое поизучаем, посмотрим. Не-не-не-нет, не забирай пока у него это самое венцо. А пусть будет у него в пасти. Так, можно здесь подняться. Предлагаю начать с лестницы, а там уже посмотрим. Так. И что нам это даст? А, то есть можно переодеться, я понял. Но пока я, наверное, думаю, это не стоит делать. Эта форма нам еще пригодится. Давай сюда. По-моему, там что-то лежало. Так. Тут мы не пройдем. А, нет, пройдем. Можно постучать. О, смотрите, вот ему надо вино. А, давай. Давай, вот теперь можно забрать. Хороший мальчик. Держи. Твое бухло. И что там делать дальше? Ящик с инструментами. Жандарм только-только найдил себе, чтобы просушить горло немножко, да? Точнее, промочить. Какого хрена тут произошло? Ах ты, ссаная псина! Иди сюда, ты заляпала мне форму. Да, у него действительно теперь форма запачкалась. И мы с вами можем пройти дальше. Так, давай. Фотография какой-то леди. Открытка. Открытка с изображением соблазнительной женщины, отправленная солдату на фронт. Подобные открытки были популярны в войсках. Хорошо. Это, конечно, все замечательно, но нам нужно колесо найти. Так. Тут ничего вроде. Давайте переоденемся. На всякий пожарный. Так, а зачем мы переоделись-то в грязную форму? Надо было, наверное, это не делать. Это глупая была затея. Но так можно сделать в игре, значит... фиг его знает. Фиг его знает, ребят, зачем я это сделал. Смотрите, как они, а? Жандармерия это рулит, оказывается. По стойке смирно все стоят. Вот, и тут есть колесико. И сейчас мы это колесо притарабаним Анне. А, ну прежде давайте положим его. Я хочу посмотреть, тут есть что-то, нет? По-моему, ничего полезного там нет. Стоять! Так, честь, конечно, отдавать не нужно. Но встать по стойке смирно можно. Так. Чудненько. Все, колесико готово. Замечательно. Так, ну что, ребят? О, какой разбушевавшийся злой хрен, а? Только не говорите, что это второй барон, который будет теперь преследовать нас. Чё-то, ребят, по-моему, у меня такое же чувство. Ладушки, ладушки. Чтобы бросить динамит... Ох ты же, мать моя женщина. Ну, давай попробуем. По крайней мере, эта погоня уже интересна. Мало того, что зима... О, родной.
Скажи, пожалуйста, ты, наверное, будешь люк открывать свой, да? Ах ты ж... Хитрая ты жопа. Подожди. Подожди, ублюдок, а. Так, он уехал. О-о-о-о-о-о-о, полегче. Твою мать. Так. Ах, черт возьми. Ладно. Не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Забрасываем тогда жандармерию. Вот, люки они открывают. Когда они открывают люки, чтобы проветрить свои пулеметы, охладить их, трахани, да? Мы можем в этот момент спокойно забросить в отверстие по динамиту. А вот с этим ублюдком надо как-то поаккуратнее, потому что бронемашина... Она, кстати, стояла под окнами, там, где мы забрали с вами одежду. Так, тихо. Тихо, ша. Вот. Тихо. Так, ублюдок вроде свалил. Вот он всегда вот так поддавливает, это, конечно, печалька. Так, господа, ждем. Готово. Готово. И третий готов. Все. Замечательно. Теперь наша задача как-то от него скрыться. Я без понятия, как мы будем это сейчас делать. Говно. Так. Хорошо, что чекпоинт сработал прямо отсюда. И мы сможем недолго, как говорится, ждать. Так, давай. Аккуратно. Ну, открой люк, молодец, молодчик. Вот это другое дело. Так, по идее, там от него ничего не должно было остаться. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ах ты ж хитрая ты задница. Он, кстати, тоже отъезжает, поэтому... Оу-оу-оу-оу. Да иди ты в зад, что ж ты такой неугомонный-то, мать твою. Подожди, 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 подожди. Моя-моя, что ж ты делаешь? Он же безудержно начинает бросать эти гребаные мины, эту взрывчатку, и мы хрен оттуда как вообще свалим. Ладно, еще раз давай. Сюда. Так, по центру. Слева. Так, ладно, давайте тогда... Ай, твою мать! Стрёмная хрень, я вам скажу, ребят. Реально, может, ты угомонишься? Слава богу. Проветрить не хочешь? Нет, проветриться он не собирается даже. Что-то типа босса, я смотрю. Давай, все. Мелочь, в принципе, легко выносится. Тут даже париться не стоит. Но у нас еще один удар, и все. И мы Алис Капут. Пожалуйста, давай вот без этого. Я тебя прошу. Открой уже свой люк, я тебе заброшу еще одну. Ах ты, ублюдок. Готово. Так, попало. Но ему, скорее всего, еще один или два раза, и он... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Тихо. Что-то невероятное, ребят, происходит. Так. Вот это погоня, да? Мы забрали его форму, и такой вот трэш происходит, а? Бля! Вот говно, а? Так и знал, что жопа будет. Ладно. Подожди, тихо. Все. Теперь он ушел далеко вперед. Так, с бочками, я не знаю, получится, не получится. Конечно, хотелось бы. Тихо, 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 родной! Родной мой, тихонечко, блядь. Бля, какого хрена? Так, ну что, ребята, продолжаем играть и пытаемся умертвить его как-нибудь. Я не знаю, получается пока не очень хорошо. Несмотря на частые смерти, хоть что-то доделаем. Так, тихо. Эти бочки скоро во сне будут сниться. Тихо. Главное еще вовремя ускользнуть. А, потому что мало ли что. Так, тихо. Готово. Да, сейчас, по идее, должен бомбануть конкретно. Так, он сходит с дистанции, это хорошо.
Уху! Наконец-то, я могу вам сказать. Это было очень непросто. Такс. Санмиэль. Наконец-то. Ну что, ребят, мы добрались до Санмиэля. А интересно же посмотреть, что же там будет происходить. Глава 4. Деревянные кресты. Но восторг был недолгим. Немецкие солдаты задержали Карла и Анну и доставили на допрос. Сен-Миэль все еще был в руках врага. Карла снова послали на фронт, а Анну отправили в лазарет ухаживать за ранеными. 8 апреля французские войска начали штурм Сен-Миэля. Такую возможность Карл упустить не мог. Так, захваченный Сен-Миэль, 9 апреля 1917 года. Так, значит, нужно переодеться в типичную для нас одежду, да? Так, давайте переоденемся. Что-то я взял, что-то? Я, по-моему, только что что-то поднял. А, дали мы собаке, нет, все правильно. Я уже подумал. Угу, то есть нам нужна полная экипировка. Энстракен, он нам сказал... Готус Ракен, хорошо. Оккупация Сен-Миэля. Город Сен-Миэль, оккупированный немцами в сентябре 1914 года, имел крайне важное стратегическое значение. Он находился прямо на выступе линии фронта. Кроме того, через него проходила железная дорога, соединявшая Париж и Нанси. До прибытия в этот район американских войск в 1918 году силы Антанты предприняли несколько попыток освободить Сен-Миэль, но ни одна из них не увенчалась успехом. Так, ребят, ну что, давайте сделаем тут перерывчик и будем уже изучать игрушку дальше в новых сериях и с новыми силами. С вами был Брейн, всего хорошего, пока-пока.